пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. В Луганском республиканском доме ребенка живут и мечтают о семье родные братья Иван и Данил. Ивану 4 года, он активный, разговорчивый, любит играть в игры, собирать конструктор, имеет навыки самообслуживания. Его младшему братику Данилу 2 года, он эмоциональный, любознательный и улыбчивый. Ждут и верят, что и у них будет мама и папа, родные брат и сестра, Назар и Виталина. Они находятся в Луганском республиканском доме ребенка. Назару 3 года. Это активный, жизнерадостный ребенок. Любит играть в подвижные игры. Виталине 6 лет. Она уравновешенная, спокойная и добрая девочка. Развита в соответствии с возрастом. Любит раскрашивать и рисовать. 5-летняя София. Активная, контактная девочка. Очень нравится ей делать все самой. Она любит животных, любит собирать конструктор, пазлы. Малышка находится в Луганском детском доме номер 1 и мечтает о семье. Дети ждут вас. Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети.